Доброго времени суток, уважаемые любители футбола, с вами канал FFDO TV. И сегодня у нас награждение. Не так давно прошел финал Кубка области по мини-футболу, по футзалу, в котором Екатеринослав Хлеб со счетом 5-3 обыграл мясную традицию. Перед тем, как провести этот финал, Федерация футбола провела опрос, в котором поучаствовало порядка двух десятков респондентов, и которые угадывали счет этого матча. Всего только два человека угадали счет. Один из них сегодня сейчас у нас в гостях. Это исполнительный директор Осередка Олимпийского комитета в Днепропетровской области Александр Дюбаков. Саша, я сразу вручаю тебе этот вот презент от федерации, от футбольного клуба Екатеринослава «Хлеб» с автографами команды. Это вот, обещанный. Пополнит мой музей. Да, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Саш, ну как ты пришел к такому счету вообще? Расскажи. Ну, вообще, ситуация была, наверное, немножко такая интересная и немножко смешная. Ну, вообще, мини-футбол настолько непредсказуемый вид спорта, футзал, что, знаете, угадать счет, это не то, что там... в футболе в большом, поэтому здесь доля везения определенно есть. Но я помню... Когда, вот вы сказали, работники Федерации футбола Днепропетровской области позвонили и спрашивали мое мнение насчет счета матча, я как бы поинтересовался, во-первых, противостоянием команд, то есть тут было превосходство на стороне Екатеринослав Хлеба, поэтому уже со своим фаворитом я чуть-чуть определился в этом направлении. Вот. А знаете, 5-3, ну это первая мысль, которая пришла мне тогда на ум. Вот. Я думал, ну 2-3 мяча где-то обыграют. Это первый счет, который пришел мне на ум, и оказалось, что я был не единственным, кто такой счет поставил, и было предложение, там, может быть, поменять мнение, ну, думаю, все, вот первая мысль пришла, так и оставил, вот если бы поменял, то, наверное, бы и не угадал, ну, точно не угадал. А вообще, ну, матч складывался так, что 5-2 вел Екатеринослав Хлеб, и за несколько секунд... Даже 5-0. Ну, ближе к концу матча было 5-2. И походу я не угадывал, были там другие люди, которые ставили 5-2, вот, так они мне потом звонили, говорили, что ты занимаешься коррупцией, подкупил вратаря Екатеринослав Хлеба, который при счете 5-2 в пользу команды выбегает из ворот бог знает куда и получает чуть ли не в пустые ворота мяч. Вот, говорит, это так, чтобы ты угадал счет. Я говорю, ну так получилось. Говорит, ну 5-2 ведение, это говорит, ну так не делают вратари, профессионалы. Ну, как бы, может быть, вратарь тоже поставил на 5-3? Может быть, но наверное, не у нас, скорее всего. Вот, ну, такая история получилась. А часто тебе удается угадывать счета? Ну, по-моему, первый раз. Вообще, если выбирать из двух, я никогда не угадаю правильный вариант. Вот, если дать мне выбор, а не то, чтобы из трех или из четырех, ну, тут так немножко повезло. Вот, поэтому благодарен, и, во-первых, Ярославской областной федерации футбола за то, что ребята, видно, включились, они действительно делают большую работу, проводят турниры, проводят соревнования, этот кубок области, он много лет не проводился, и в этом году вот ребятами командой Федерации футбола был воскрешен. И большая благодарность, респект за это им. Вот. И, ну, так получается, что угадал. Ну, думаю, что такой работы должно быть больше. И будем со своей стороны тоже, со стороны Олимпийского комитета, прилагать усилия, помогать, вот, чтобы и турниры были ярче, и подарки, и призы, в общем. Мы со стороны пресс-службы Федерации футбола Днепропетровской области, наверное, будем чаще проводить подобные опросы и будут больше призов. Не думаю, что мне еще удастся выиграть. Ну, посмотрим. Да. Во всяком случае, даже если не ты, но будут другие победители. Ну, естественно, да. Спасибо. Ну, спасибо, Саша. Еще тебе побед в угадывании, в прогнозировании. Да. Спасибо. С вами был канал FFDO TV. До свидания.